танк? Бра. А, это тот танк, который танкует. Камернички танкуют с объекта 906-го. Как хорошо. Шерман. При пробитии 100-миллиметровым камерником только наводчик отлетает у Шермана. Да, да. It's only game. Я думаю, лучше. ВСС... Согласен, ВСС кал. Может быть, его там надо прокачать? Не, я не пробил в борт банд... этого... Блин, как она называется? Меркаву. Потому что ты дно. Топика. Как вам такая новость? А второй раз пробил в это же самое место. Так и живем, ёпта мать. О. Сколько я ему снарядов в казённик заслал, ему было насрать, он его не сломал. Рикошет! What the fuck? Бомбы. Танки. Минус заряжающий. При пробитии с королевского, сука, тигра. Какой нахрен минус заряжающий, твою мать. Я ему башню, блин, пробил. В том числе и какие-то санкции от этого получить так-то, если что. Например, красную монетизацию. Которая... Нихера там в башню улетела. А что такое? А что такое? Да и... Ура! Товарищи стримеры, как вы считаете, было бы неплохо добавить такую вот штуку, как вот, типа, реалистичный разлет осколков? Стоит ли это вообще обсуждать? Как вы думаете, к чему это приведет? Вот вы играете в игру десятилетиями. Кстати, очень урон классный у кумулятива. Блин, я его не увидел сразу, суку. Попадание в пулемет! В автопушку даже не сломало ее, ёб твою мать! Прямое, блин. Да, раньше можно было и хвар пустить с тандерболта. Не прямым попаданием по танку завалить его там метров 5 от танка. Там просто фугасным воздействием раздалбливало осколками от земли. Ой, как хорошо-то полетал Ми-8. Нам жопа. Отличный пробой. Вообще... Вот это, кстати, довольно реалистично. Баланга пробила танк. Абсолютно не нанесла никакого нормального вменяемого урона, но при этом там куда-то там улетела и вроде прошла там сквозь боевое отделение. Потому что у меня один снаряд остался, я походу увидел противника. Которому я сломал только гусеницу. Легкобронированная колесная техника танканула фугас бортом на 5 кило тротила. Ага, ща, значит... Я не пробил Шермана. ИСУ-152. Шермана обычного М4А1. Я понял. Кстати, сегодня увидел одну игруху белорусскую в стиле киберпанка в 2.5D формате. Меня она так заинтересовала. Кстати, не пробился Шерман со 152 мм и в башню тоже. Вообще, знаете, этот ИСУ-152 такая очень слабая машина. Очень слабая. Любой танк ее мог танкануть, особенно когда она бронебойными стреляет. Ну вообще ни о чем. И Т-34 тоже не пробился, все нормально. War Thunder вообще отлично работает, кстати, замечательная игра. Твоя команда обязательно затянет тебя на дно. Можете в этом не сомневаться. О! Танканул и нормально! Ну, пулеметом!
Вы видели, что снаряд пропал? А вот я еще раз выстрелил. А, ну как, нормально, да, тундрышка? Ничего так, да? Мне нравится. Желания нет. Но скатаем. Потому что пятитонка это такое себе. Рикошет от Уолкер Бульдога. Или от Чаффи в ФВшке. Нормально, нормально. На нах. Все-таки сбил одного. Ай! И сразу меня второй сносит ракетами. Слишком много авиации. Ой, меня взорвала пятитонка. Давайте занерфим все бомбы. Фугасным воздействием срежем. Ее летучие такие. Давайте, почему бы и нет. Фугасы с собой возил. Кстати, урон у меня по нему просто прекраснейший был. Нет. А вот у нас зениток нет. А вот у них зенитки есть. Ну ладно. Хотя не знаю, что-то... А, не, нормально, сбили. Сбили, все, все хорошо. Все, что было построено в металле. Ой, я еще самолет сбил один. Но мы, кстати, в принципе, в ОФВ-ху используем по назначению. Если так можно выразиться. Потому что, по сути-то, это зенитка же. Ай, говно. Килкам отличный, просто отличный килкам. Кстати, он меня забрал в снаряд, которого там не было, потому что у меня зарядка шла. War Thunder очень классная игра, кстати, если кто не знал. Все ок. У чувака геймплей случился. На все бабки. Нате, самолет поганый. Летает он тут, твою мать. У нас только 3 игрока на всю команду сыграло на 1000 очков и больше. Субботний вечер в War Thunder. Кстати, дамаг очень классный. Мне понравился. Можно быстрее перезарядиться, пожалуйста. А, да. Угу. Попадание рикошетом, да, 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 да. Остаточного бронепробития у нас, разумеется, не осталось. Потому что улитки сломали его, походу. Повоевали, блин. Коллижн модель, товарищ. Коллижн модель. Во. Вон он. Блин. Попадание. И уринотерапия от снаряда. А, фатальные повреждения. А, не, слушай, завалили. Хе-хе, прикольно. Скаута снесли. Ну почё, Паша зенитчик снова на страже неба вашего. То есть первый раз он в него попал. Вот девочка, боженьки. Вы посмотрите, как Хелка танкует ИСа второго. Ну вообще норм. Вообще отличный снаряд не взвёлся.